В 93-м как раз про вас в газетах писали, что вы перспективный политик, как кандидат в президенты Российской Федерации. А вы вот когда с Путиным общались в этом 93-м году, вы видели в нем будущего президента? В нем вот угадывалось что-то вот такое масштабное? Если сейчас скажу, что да, увидел, это будет нечестно, неискренне. Но так как президент республики, я со многими встречался с руководителями, и когда мы встретились с Владимиром Владимировичем, мне понравился энергичный молодой руководитель. Сразу же мы приступили к делу, с аэропорта приехали на резиденцию К4, где готовили это соглашение. В течение 2 дней мы его подготовили. Какое качество всегда мне нравилось и нравится вот, в президенте, то, что он всегда доходит до сути, неважно, там шахматный турнир или там Республика Калмыкия, то есть он сначала доходит до сути, потом выявляет главное, и потому что этот договор, который мы готовили, мы, кажется, его 2 раза переделали, потому что Владимир Владимирович говорит, ну надо же конкретно, это не для галочки же мы подписываем, вы Собчаком подпишите и разъедетесь, а поэтому соглашение должна быть хоть какая-то, хоть одна конкретная польза или для студентов, или для вот, аграриев. Ну и всегда после этого, когда мы встречались, всегда он четко, конкретно выявлял самую суть.